Учащийся третьего курса лесоколледжа Максим Романчик не в первый раз участвует в экологических акциях. Ему нравится вносить свою лепту в благоустройство города. Вот и сегодня, вооружившись пакетом, парень вместе со сверстниками очищал вручную от мусора прибрежную зону Березины возле Фандоковского моста. Частичная помощь, то, что могу, то делаю. Почему бы не помочь людям, городу? Люди бывают разные. Некоторые не следят за своим городом и ходят вот такие места и выбрасывают тут все. А некоторые могут сложить в пакет и вынести в мусорный контейнер. Пластик, бумага, стекло. Буквально за полчаса ребята наполнили мусором несколько больших пакетов. К сожалению, живописные места нашего города зачастую изрядно страдают от нерадивых граждан. К сожалению, наши люди не все умеют культурно отдыхать. Вот. Акция проводится два раза в год, и весной, и осенью. Как бы подводим итоги, что у нас получилось в течение лета. Да. И каждый раз очень много собираем мусора. От Фандока до Фронштадта – таков маршрут акции. Всего в очистке прибрежных зон за два дня примут участие 200 человек. Мероприятие, инициированное Ленинским районным комитетом Белорусского республиканского союза молодежи, направлено на привлечение бобруйчан к решению экологических проблем. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.